смотрю с тоскою на листок, пытаюсь что-то отвечать. Частиц каких-то там поток, планеты, звезды, не понять. И вот плачевный результат. Журнал с оценками открыт. Мне Мария Ивановна ставит 2 и очень строго говорит, что стыдно ничего не знать и надо выучить урок. Про космос книги прочитать, исправить свою 2 в срок. Я целый день читал, зубрил, не стал с ребятами играть. Я столько времени и сил потратил, чтобы все узнать. Но не запомнив ничего, решил я хитрость применить и под подушку перед сном про космос книги положить. И вот в ракету я сажусь, среди планет лечу, за хвост кометы я держусь, ей брюшко щекочу. Но вдруг чихать начал мотор. Поломка? Караул! И до ближайшей из планет я еле дотянул. Ну надо же, не повезло. А было просто класс. Наверное, было б тяжело тут каждому из вас. Кто сможет мне теперь помочь? Как я вернусь домой? И вдруг 2 странных существа возникли предо мной. И оказалось, что у них есть школа, как у нас. И мои новые друзья позвали меня в класс. Я много нового узнал в инопланетном классе. Как жаль, что время я терял. Науки свет прекрасен. Мы починили звездолет, хоть было и непросто. И я отправился в полет к своим привычным звездам. А утром в свой любимый класс. Скорей, скорей, в припрыжку! И не найдете вы сейчас того, что был мальчишка. Я понял, что учение свет. Я стал благоразумным и дам свой каждому совет. Учись и будешь умным. Земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе видна. Как сын грустит о матери, как сын грустит о матери, грустим о земле она.